Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названием... Ой, блядь. Каев. Тебе что сказали, что тут есть потайный ход? Мой брат тоже так делал. Каев. Куев, куев, что сказать? А, я теперь за эти могу цепляться? Нет. Блин, знаете, это чувство, когда хочешь чихнуть, а не можешь. Поздравляю, тебе удалось подобраться до подножия горы. Я почти у цели. Ты знаешь, что это значит? Ну, не знаю, может быть, ты снова втянешь меня в свои... в сети диалога? Что? Ты имеешь в виду мою шутливую беседу с тобой? Полагаю, ты считаешь, что заслуживаешь награды? Нет. Да, нет. Считаешь? К тому же, тебе никогда не забраться туда без дротика с веревкой. Дротика с веревкой? Можешь особо не думать об этом. Вероятно, все так и так будет называться его захватным крюком. Вот. Ты получил дротик с веревкой. Тебе что-нибудь нужно? Да, улучшение. Чатик. Дротик с веревкой. Ну, стало быть. Спасибо за дротик с веревкой. О, так, по-твоему, все вышло как-то неловко? Можно и так сказать. Тебе явно никогда не приходилось сообщать боссу, что твой маленький эксперимент прошел не так, как задумано. Навеки изменив жизнь твоего коллеги. Эй, я все слышу. В общем, его можно применить кольцам, фонарям, стенам и врагам. Безумство, как хочешь. А, короче, произойдет как... Подожди, я могу цепляться к боссам? Монахиня? Там монахиня. Как я и боялся, одна из самых многообещающих наших гонцов не погибла, а оказалась навеки проклята. Она стала королевой игл. Как это случилось? Об этом я расскажу в другой раз. Так о чем ты хотел спросить? Есть что-то рассказать? Ну конечно, вот тебе еще одна история. Эту историю я как-то рассказывал одному парню, который подарил мне возможность слушать музыку прямо в моей лавке. Давным-давно в мире была деревня, жители которых никак не удавалось выслушать оборотня. Каждое полнолуние люди умирали, причем весьма кровавой смертью. Как-то раз одна храбрая молодая пара решила отправиться в лес. Ему предстояло стать охотником, а ей – приманкой. В общем, клишированная постановка, и, как и следовало ожидать, в лесу они потеряли друг друга, и наш охотник остался один на один с чудовищем, неподалеку от высокого утеса. В ходе 15-минутной битвы они поднимались все выше и выше, и, наконец, охотнику удалось отрубить оборотню лапу аккуратно в тот момент, когда тот пытался его задушить. Охотник пустился на утек, а отрубленную лапу так и не осталось заболтаться на его горле. Когда он вернулся домой, солнце было уже высоко. Невесту он нашел тяжело израненной, истекающей кровью. Лапа на его горле вновь превратилась в человеческую руку. И тут он заметил на ее пальце кольцо, которое купил несколько дней ранее. Конец. Ого, вот это жуть. Я все никак не придумаю название. Может, что-то предложишь? Может быть, невеста оборотень? Ух ты, отличная мысль. Честно? Нет, не честно. Название следует весьма сюжет. А, название сдает весь сюжет. Так о чем ты хотел поговорить? Да, знаете такое, типа, твоя жена оборотень, а вы идете искать оборотней, ну, типа, ловить оборотня. И GG. Так. Ага, ох ты ж ё-моё. А вот это вот фигня прикольная. Тихо. Каев. Не, это прикольная вещица.
Мне нрав. Ну почему не падаем? Ой-ой-ой, я поспешил, ладно. Весом пилотаж. Так, минус, тихо. Ой! Блин, а вот это уже немного идет посложнее у нас. Ага. А, все, понял. Здесь я понял. Илыч. Портал. Здорово, Абулы. Нет. Значит, нет, хорошо, идемте дальше. Оп. Нихера себе. Эй. Ух ты ж, ё-моё. Не, мне нужно камень подхватить. Тихо, ладно, чтоб не мешался. Готово. Там у нас сокращения пути нету. Опа. А тайнушка. А как мне туда попасть? Ух ты ж, ёбаный. Что-то непонятно. Ты хочешь мне что-то рассказать? Зачем столько порталов? Зачем ты создаешь столько порталов? И где мой реген? Ладно, погнали ниже. Так, вверх. Готово. Пес он ускоряется. Под этим напором. Ай-яй, ай-яй, стоять. Ты говнюк, слушай. Ай-яй, тихо-тихо-тихо. Каев. Тут.
Можно в меня кинуть? Наряд. Да ё-моё. Дело в том, что мне нужен этот череп. Может быть, я там что-то и найду. Я тебя понял. А что тогда здесь у нас был за проход? Кристалл силы, а у нас кристалл силы один уже потерян. Жалко, что я возвращаю. А хотя, может быть, я смогу потом вернуться в другую локацию. А ё-моё. Так, сохранились, ладно. Я не понимаю, что даже это за враг такой. Ну, псина, допустим, ладно. Босс. Так, отлично. Оп. Готово, вверх. Я бы мог и по камням пойти. Пипец, кнут прикольный. Так, сколько ты там стоишь? Чат, босс этого уровня. Похоже, меня ждет встреча с боссом. Ты, конечно же, хотел сказать с боссами. С боссами? С боссами. Тебя ждет встреча с боссами. То есть здесь мне придется сразиться не с одним боссом. Ну, по сути, это скорее индивидуальная тренировка, чем битва. Что? Ай, не дай мне все испортить. Иди и посмотри сам. Так о чем ты хотел спросить? Мне улучшение нужно было. Не такое. Ладно. Выйти, давай, поехали. Посмотрим на твоих боссов. Тролли. Еще один день, еще одна порция
Похлебки кипит в котле. О да. Жизнь в горах просто огонь. Но мне так не хватает искателей приключений. Это точно. Помнишь людей? Еще бы. Они были почти так же интересны, как предсказания, в которых и так все понятно. Ой, смотри, человек. Кто бы мог подумать? Эй, Сил, глянь-ка на эту кроху. Ого, очи. Видишь этот цветок? Эй, малявка, ты что, рассыльник? Не говори глупости, Ачи, все знают, что это нарочный. Ты ведь путаешь силу. Я практически уверен, что это посыльный. Да нет, все не так, Ачи. На самом деле это эмиссар. Да ладно тебе, Сил, я ведь помню, это курьер. А теперь серьезно, Ачи, может, садимся на посланце? Это можно, Сил. Ну, хочешь проверить спортивную подготовку посланца? Я думаю, я никогда не спросишь, Ачи. Покажи, на что ты способен, на малявка. И что это было? Да поменялись. Блин, минус все сюрикешки. Спаси писю. А, вот и дурачок. Ну? Вау, он меня чисто в него его кидает. Ну, вот этот более легкий. Блин, он там подбитый. Давай. Блин, я сейчас сам сдохну. Я, если бы тогда вот сюрикены не потратил. Хотя он, походу, один остался. Блин, почему ты сразу встаешь? Вот это вот плохо. Осколки! Там есть осколки! Тут-то мне карта и попёрла. Кварбл только что выиграл очередную пари. Бля... И угодник ты... Вот как мне его долеть? Он сложный. Он так-то сложный. Вот как? И что мне нужно было делать? Давай. Этот более мощный, поэтому он тяжелый. Бля. И главное, что я не могу кувырки быстрее делать. Давай, разгон. А ну. Блин, а. Фигня.
Короче, нужно резко подниматься наверх. Так, тебя грохнуть. Все, твой друг в нокауте? Да нет. Зараза. Давай, давай, давай. Я только не могу от вот этой атаки его друга спастись. Хотя нормально. Я еще могу бить, когда они вместе атакуют. Что, минусовый напарник, да? Ты один остался, челик. У меня еще две... Вот черт. Ладно, прокатило. Давай, давай, разгон, разгончик. Давай, разгон. Это надоело ему камни давать. Все? Неужели? Это ж надо сил. Рука у почтальона, ох, какая тяжелая. Лучше и не скажешь, Атчи. Ты нам нравишься, кроха. Что думаешь, сил? Наверное, крохе необходимо забраться на вершину нашей горы. Похоже на ту, Атчи. Предлагаю помочь. Согласен, сил. Сделаем это. Спасибо за разминку, кроха. А сейчас не двигайся, ты можешь ощутить покалывание. Погодите, что? Ну, старт сил. Внимание, Атчи. Марш! Бля, меня просто запустили. Что-то я прогадался. Может, перекусим сил? Я возражаю, Атчи. Мы победили... Так. Мы пообещали друг другу не есть, пока наш чертополох силы не будет готов к добавлению в котел. Совсем забыл сил. Конечно же, его магические свойства сделают нас еще сильнее. Блюдо будет сочным, Атчи. Блюдо будет с мясом сил. Посидим над похлебкой, пока чертополох не вырастет. Ледяная вершина. Ну что, давайте тогда на этом закончим. В принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.